модельной библиотеке номер 29 открылась необычная выставка. Все работы, которые здесь представлены, выполнены из подручных материалов. Автор выставки – Ольга Ольховская. Название выставки «Холщовый мир», ну, это перекликается с тем, что все почти что работы выполнены на мешковине. И я взяла это название из отзыва одного из посетителей. «Холщовый мир и семена времен, и раковин, безоблачные лица сюда смогли легко переместиться и обрести созвучие имен». Материалы очень простые. Как вы видите, это арбузные косточки, это семечки дыни, потом камушки, рыбьи косточки, веревочки. Вот такой вот материал, который можно найти в столе у любой женщины. Все цвета достаточно выдержанные, но они тоже природные. Вот, то есть это такой серый, коричневый. Тут собраны остатки работ, а из новых, вот, скорее всего, ангел, как вот один из детей, который побывал на выставке, написал, что мне очень понравился ангел, который держит и оберегает землю. Я иногда не знаю, что у меня получается, а посетители мне говорят, что они видят. И я поэтому работы свои как бы не люблю подписывать. Действительно, фантазия человека безгранична, и каждый видит в работе свое. Кто-то видит в дереве с чечевицей, что это просто дерево, а кто-то видит яблоко перевернутое. Первым посетителем выставки, организованной в нашей модельной библиотеке номер 29, были ученики начальной школы номер 54. Оставили свои отзывы о работах. Очень интересно, я могу сказать. И у них такое желание побудилось к творчеству, к необычному. Они просто-напросто увидели, как из простых, казалось бы, материалов можно сделать удивительные и необычные вещи. Мне понравились все картины, они очень красивые. И вам я желаю добра. Я бы хотела тоже сделать эти картины. В рамках выставки Ольга Ольховская проведет мастер-классы, на которых каждый желающий сможет попробовать стать художником. Участвовать могут все. Все желающие, и у нас есть вот листочек, куда можно записаться. Вот. И когда группа наберется какая-то, то мы это проведем. Выставка открыта до 4 октября. Суббота – рабочий день, выходные – воскресенье, понедельник. То есть с 11 до 7 можно выставку посмотреть.